Тебе ой, вешенная. Глаза отлетели! Глаза, Лаванда потеряла. Как красиво, смотрите, у меня сердечко впервые такое классненькое, ой. Это новый мем просто. И даже не запутывается. Она просто ровно летит, смотрите. Ну, привет. И совсем недавно мы с ребятами строили мамочку из Poppy Playtime, а там еще... Ну, не совсем недавно, но тоже строили хаги-ваги. А сегодня мы будем строить киси-миси, будем сравнивать их, в общем, всех вместе. А вот вы скажете, что, ну, вот киси-миси, она как хаги-ваги, только другого цвета, но у нас есть фишка. Ребят, мы научились кое-что делать. Смотрите, опа, блок, а теперь опа, и что ага. Это? Ой, капец. Это более это, плавные это линии. Кстати, да. Ребят, я просто вот восхищаюсь, в который раз восхищаюсь комментариями. Вот еще раз спасибо за то, что вы их пишете. Классные, полезные, крутые. И вообще, это из комментариев. Просто лайфхак из комментариев. Вот, офигеть. Ульян, показывай. Так, вот заходите, нажимайте двоечку. И нажимайте на плюсику. Здесь вы можете выбрать очень много всего. По крайней мере, я поставила 45 градусов вращения. То есть, как Лана уже показала, мы можем вот так вот замечательно, интересно строить и вращать наши блоки. Также тут какой-то шаг масштабирования, и я не особо поняла, ну, что это и короче, зачем. Типа, вот смотри, покажу. Вот наблюдай за блоками, смотри. А можно ну-ка. Поставить вот так, можно поставить, сейчас, смотри, можно, сейчас, вот отсюда, сейчас. Короче, можно вот так вот сделать, можно ага. Маленькие эти промежуточки, можно очень маленький промежуток, можно большой делать. Короче, вот смотри, очень странно можно строить, это, ага. Если прям какое-то серьезное у тебя строительство, короче. Но угу. в целом, я думаю, что нам хватит 0,5. Ну да, я тоже ставила 0,5, а еще тут очень классная есть приколюха, называется уровень соединения, и его нужно поставить на красный, по крайней мере у меня на красном, потому что постоянно существуют проблемы окраски одинаковых, ой, неправильно поставила, одинаковых блоков, и вот сейчас смотрите, ага. Что будет, смотрите, оп. И просто отдельно можно раскрашивать. Это супер классно. Разными цветами. Вот огромное да. Спасибо за такие советы. Да, это очень-очень полезно. И я вот когда буду сейчас строить, а там по факту не нужно, да, там получается один цвет плюс-минус. Но я обязательно как-нибудь применю это, потому что ну, это как, очень как сильно полезно. Ну а как, глаза всегда мешаются, там зубы, вот это вот а, глаза, все. Точно, глаза же есть, точно, все верно, все верно. Глаза же есть. Да. Ну что, давайте начинать. Давайте. Я думаю, я начну... Там, кажется, я видела такое немножечко сердечное у нее лицо, поэтому мне хочется сделать... Такое вот сердечко, будто бы. Слушайте, а пока как бы так-то и прикольно получается. Смотрите. Ой, нам бы эту информацию да давным-давно бы уже... Вообще. Да. Как красиво, смотрите, у меня сердечко впервые такое классненькое. Ой. Вау. Не знаю, может быть, я без этого классно бы его сделала, но что-то такое мне прям нравится. Мне прям нравится. Прикольно. Вау, ребят, ну гляньте, вот только гляньте. Очень классно. Мне пока что нравится. Ну, вот это вот у нее странные, конечно, щечки будут. Ну, допустим, нормально. Там не прям, чтобы сердечко должно быть, а что-то такое похожее на сердечко, как я видела, поэтому будет вот так. Слушайте, а можно я так оставлю? Мне нравится. Так, а не хочу улучшать. Слушай, это прям котейка какая-то. Во-первых, это похоже на снежинку. Во-вторых, ее, это же глаза, видимо, немножко похожи на, как сказать-то, ну, в общем, лапку у курицы. Ну, очень похоже. Ну, очень классно, кстати, мне нравится. Я да, тоже, на самом деле, сделала только какой-то. Мордочку. Слушайте, ну, я будто бы закончила свой корабль. Смотрите, у меня немножко глаза разные, но мне кажется, это так необычно очень смотрится. И зубы тоже красивенько так переливаются. Поэтому я будто бы готова. И это у нее ушки, если что. Вот, это у нее ушки. Вот так вот. Ульяна, ну, в целом, очень таких, как сказать, ровных живых существ... Ну, особо-то и не существует. Все мы с дефектами немножко там. Знаешь, это знаешь, это вот когда вы думаете, что вы супер как-то суперсимметричным лицом, просто откроете ТикТок, откроете этот фильтр, который делает зеркалку, и понажимайте на него, и вы будете плакать. Я просто намекаю вам.
Я просто так сделал, я больше не хочу так делать. Так, ну что, ребят? Ребята закончили свои постройки. Ну, мою вы уже видели. Вот, она немножко кривоносая, но у нее вообще, кажется, нос там не было, поэтому ничего страшного, никто этого не видел. Так, Ёша. У тебя интересно, у тебя двухэтажное, да? У тебя тело получается такое... А я просто спрятал там двигатели, поэтому она получилась хитёр. Немножко двухэтажная, немножко одноэтажная, к сожалению. Ничего себе. Слушай, а тут очень классная придумка. Вот это вот очень классная придумка. Вообще прям, блин, реально. Очень вот реально, спасибо комментариям. Если бы не комментарии, то не получилось бы вот этого вот черного рта, вот каноничного, как на картинках. Очень глаза красивого лица. Я старался, и форма головы вроде бы получилась, но, похоже, не особо из-за глаз, честно говоря, но глаза лучше не сделать, как по мне. Ну, не, можно, конечно, но у меня что-то не вышло. Я тоже хотела сделать кружочек, но у меня тоже как-то не очень... Ой, я проспойлила Ланин постройку. Да лучше не Ланин смотреть постройку. На нее. Ей плохо, ребят. Ей очень плохо. У нее маленький рот, ей нужно к стоматологу с глазами. Она кривая, у нее одно ухо ниже другого. Короче, это полный провал. Никогда я еще так плохо не строила. Но... Ее же плохо, по-моему. Ну, Дискорд его точно блокирует, так сказать. Я его прекрасно слышу через дверь. Поэтому я... Просто замечательно, поверьте, у истерика. Не знаю, но мне кажется, с глазами... Ой! Мне кажется, то, что глаза и рот рядом находятся, это очень-очень даже подходит. Да вы прям не успокаиваетесь, у вас прям истерика. У нее глаза были близко к рту, рот ей Да. Она вся кривая. Я просто не разобралась с этими углами, и мне просто плохо смотреть на то, как это выглядит. Зато, я хочу сказать, что ты опробовала новый инструмент, постройку, поэтому очень классно. Ёша до сих пор смеется, если вы этого не слышите. Да, ну, иногда слышно такие-то... Вот это вот. Новый мем просто. Ну, классно же, не знаю, ну, интересно, необычно. Ну, как бы, я художник, я так вижу, можно по-разному построить. Мне очень жалко, если честно. Зато у нее нет кривого носа. Это вот, видите, плюс большой. Ой, да. А, мы даже, получается, в зубах у нее. Ну да. Извиняюсь. Ёша, прием, как дела у тебя? Все в порядке? Ты жив? Скажи нам. Что-нибудь хотя бы. Уже, а ты смеешься. А что с зубами? То есть этот треугольник этот, я даже ничего не хочу говорить об этом. А, это знаете, зубами-то что? Когда у тебя ножницы закусывают бумагу, и ты не можешь ровно порезать. У тебя вот такие вот штуки получаются. Ну вообще, у нее шерсть, она вся пушистая. И поэтому она не может ее уложить ровно. Вот ты посмотри, она там кривая вообще на самом деле. Встал с утра, и у тебя вот этот чубчик. Оп, здрасте. Встал с утра, и ты треугольный. Бумажный. Ой, всё. Очень круто. Прикольно, нормально, не знаю. Я не хотела показывать, но я покажу, чтобы вы не смеялись над постройкой Ланы. Вот у меня... я построила самой первой этот корабль миссии, поэтому я немножко дурью маялась и построила... В общем, сейчас вот так вот покажу. Нарисовала себе вот такую вот киси-мисси. Вот. Вот так вот. Надеюсь, там ничего не видно, что до этого было нарисовано. Ну, в общем, вот как так получилось. Так что вот еще один повод посмеяться. Так, ну, интересно. Осталось только постройка Евы. Почему Ланы? Да. Евы. И вот мне очень нравится решение с бровками, как-то реснички. Да, да. Мне очень нравится, прикольно. Ни у кого из нас, кажется, не было ресничек. Ну, да. Потому что у нее вроде ресничек там нет. У нее есть немножко. У нее есть реснички. Ну вообще, наверное, нет. Ну, может, и да. Ну, короче, там сложно. Ну короче, я не стала ее портить.
Мне понравилось, что у нее такое все интересное, вот минимализм. А это получается как-то шерсть на щечках, да? Вот это вот. О, классно, круто, круто. И я заметила, что у тебя тоже глаза кнопки. Это прям реально решает. Мне очень нравится. Я вот сейчас хочу это сделать. Вот будет, к сожалению, нос, но так. Да, ничего страшного, у меня вот тоже нос. Она будет носатая. А как они активируются-то? Слушай, я не знаю, у меня тоже почему-то они не работают. Вот я нажимала на буквочку F, я даже сейчас проверю, вдруг заработают. И у меня только шарики почему-то поднимаются. Видимо, им мешают те блоки, к сожалению. Точно. Точно, может быть, так и есть. Ну, я просто ожидала, что они вылезут, это было бы смешно. А вот теперь, ребят, я вам хочу сказать, я только что пересмотрела кусочек, где Кисси-Мисси появляется во второй главе, и она улыбается, у нее зубов-то и нет, и ресницы у нее огромные, понятно? Вот, видите, так что мы все сделали точь-в-точь, я так считаю. Поэтому давайте садитесь уже на свои постройки и поедем. А мы будем их сохранять? Или лучше не надо? Можно не надо. Я сохранил. Да. Ладно, сохрани, пожалуйста. Из-за скринь, я не знаю, что делать что-то. Я даже ячейку куплю для этого. А я, кстати, каждый раз уже начала покупать ячейки, потому что мне как-то жалко заменять предыдущие постройки, и иногда даже классно просто посмотреть, что же мы тогда строили. Ну, в общем, это очень прикольно, как мне кажется, поэтому да, я оставила. Интересно. Так, ну что? Поехали. Ого, ничего себе. Ой, навешанная. Глаза отлетели. Глаза. Она потеряла. Она просто полиняла, ничего страшного. Глазами. Это чьи? Чьи глаза? Мои глаза, я же говорю, что потеряла глаза. Да. Зрачки даже, я бы сказала. Остались только не зрачки. О, боже. О, господи. У Ёши там все очень плохо выглядит. А я, знаете, что-то так полетела. Нет, это, конечно, хорошо. Что значит плохо выглядит? Это ты когда просто... Да там глаза аж влазят. Ты что, бодаешься? Ты чего делаешь? А ну, мне рога больше, я сейчас тебя забодаю. Да, посмотрите, она не дает мне просто проехать. А потому что ты меня выпихнула, я прекрасно плыла себе. Ну, здрастика. О, Ёши. Давайте я тоже нажму. Мимо пролетал. Да, просто такой. У Ёши очень забавно, просто глаза надуваются. Это, знаете, как тот человек, который умеет их из орбиты вот так тут... Ой, ужас какой. Это как убирать, я не знаю, как это назвать. Ну, короче, это то же самое, я сейчас увидела, это вообще жесть. Слушайте, а мне будто бы хорошо плывется, вернее... Куда улетел? А, это Ульяна улетела? Это я, да. Что-то я могу... Я лечу, как бы. У меня одноэтажная Кисси-Мисси, поэтому, боже мой, что делать? Что делается? Давайте упадем, но ненадолго. Оп, как она? Что? Спокойно. Ага. Была? Фух, нет, я жива. Я прям скукожилась вся, мне очень страшно было, что я сейчас тюкнусь. Нормально, живем. Ёши! Что там? Ёши меня прям под поезд отправил. Я хотела... Я просто двигатели быстрее, чем у тебя. Ребят, спасите! О, тихо, я видел тебя. Ну, блин. Ну, понятно. А я такая останавливаюсь перед поездом, и Ёши меня просто толкает вперед, а там под поезд. Какой кошмар, я так испугалась. Но поезд, кстати, ничего не сделал, на удивление. Так а ты жива осталась? Я жива, да. Мама! Вот. Почему-то Лана не жива. Да, Лана уже, кажется, не жива. Да, слушайте, я уже давно не жива. Мой корабль взбесился, ребят. Я не могу нормально плыть. Ага. Господи, куда? Что? Где я? Господи! Я застряла. А ты летишь или прям плывешь просто? Я не знаю, я сейчас от первого лица включила. Я вообще лечу. Но я немножечко... Мне плоховато, знаете. Голова кружится. Ага. Оп, можешь посмотреть наверх, я здесь. Это кто? Ага, здорово, это я. Вот пока смотрел наверх, я... Умер. В смысле, я не умер, но я, так скажем, скоро. Давайте я спасу. Катапультируюсь. Мама! Не надо. Ты сейчас сама умрешь. Ева, забери меня. Ясно. Так, ты где? Я сзади! Я неудачно. Иду. Неудачно просто осталась. Так, спокойно. Я должна пережить эту бомбу. А, Ульян, живи! Я не видела, что ты здесь. Где ты? Боже мой, садись, быстрее! Я успела! А где у тебя? У тебя есть? А
А нету. Блин! А? Да что ж такое? Ладно, держись. Ничего страшного, нормально. Сейчас я в глаз ей сяду. Есть, у тебя... Смотрите, кстати, все. Кстати, туда можно. У нее соринка в глаз попала, нормально. Ульянка, я бы сказал. Да, да, так тоже можно сказать. О, слушайте, это... у тебя там есть сиденье... Глаз пропал. О, нет. Глаз. В смысле, а мы уже что, доехали? Или что это было? Нет, там еще один дурацкий уровень. Блин, у меня двигатель, все. О, ребят, ну теперь мы в одной лодке. Боже, у Ёши там часть Кисимиси только левая осталась. Ага. Это так жутко выглядит, кошмар. Просто кусочек Кисимиси, Ульяна, да, цени. Один глаз. А как вот Ульяна оценит? Ульяна, ты есть уже. Умерла. А, я Ульяна, вот смотрю. Все! Ладно, чичерит. Ладно, переделывает свою Кисимиси. Я хочу, чтобы она была каноничная, чтобы у нее было все. О боже, да что ты. Но ей это не поможет, конечно. Неужели зубы уйдут? Нет, только не это. Она теперь, знаете, такая улыбчивая. О, слушайте, классненько. Да. Так улыбается даже. Вообще она не так выглядит, если что, если кто никогда не видел Кисси-Мисси, не смотрите не на так, то, даже что не рядом. Я построила, да. Да ну не знаю, ну интересно, интересно такой ее, знаете, взгляд, на новый взгляд на Кисси-Мисси, я так считаю. Да. Не, честно, я сразу какой-то мультик, я не помню, знаете, вот эти старые такие чешские мультики, я вот это сразу вспоминаю, когда думаю... Аланиной Кисси-Мисси, вот этой вот, так называемой. Просто реально, вот эти старые чешские, знаете, этот крот вот этот вот чешский? А, да, да, ну, я как-то видела, кажется, я не помню где, но прямо такие вырезанные, будто бы картонные такие персонажи, вот очень похожи. Ага. А по поводу вот там кротик, ты сказала про кротика, я даже не знаю. Кротик я, лучше выглядит. Я очень любила этого кротика. Но, у меня нет, даже есть крот-то лучше, но я говорю, вот знаешь, такое ощущение, как будто Кисси-Мисси твоя, она сбежала из подобного мультика, где вот, ну короче. Ёша, ты сейчас не видел еще. Нет, сейчас лучше, чем было, честно. Нет, ну тоже смешно получается. Ну смешно, но тогда было прям вообще эпично. А что, ты повезешь? Нас на своей вот этой я, вот нет, чудесной. Я просто ее делаю. Слушайте, чтобы она а вот этот вот, вот эти ресницы очень похожи на рейтинг, знаете, вот эти вот графики, которые... Да. Вверх-вниз, классно. Их еще покрасить надо. О, а это прям, слушайте, ну вообще, это прям другое дело. Все, Кисси-Мисси? Да, ну, да. Получается, да. Чудесная. Спасибо большое. Слушайте, ну может быть поедем тогда на ней? Да, я поддерживаю. Я не думаю, вы ходите на ней. Ну почему нет? Ну мы не доедем, наверное. Мы не доедем, она кривая, она еще едет очень плохо. Ну давайте быстренько погибнем, вот вам табуретки, пожалуйста, присаживайтесь. Вот вам табуретки. О, можно я вот сюда? Теперь у нее много глаз. Нет, Ульян, тебе сюда лучше. Почему? Потому что ты делаешь ей ресницы еще длиннее. Я буду, получается, закрывать ей глаза, куда, как она будет видеть, куда ехать? Ой... Да, как-нибудь уж поедем. А если они сейчас еще не улетят? А хотим ли мы нафигачить сюда шариков? Тут есть немножко шариков. Очень. Так мы не полетим. Не полетим ни разу. Да. А вы хотите полететь? Ну ладно, хорошо, сейчас будет еще немножко шариков. Ну, добавим немножечко шанс того, чтобы мы прошли. Слушайте, ребят, пока что Лана строит у нас тут красивые шарики. Я хочу сказать, что мы очень долго записываем уже это видео, и поэтому, если вы хотите сравнения именно Кисси-Мисси и Хагги-Ваги, то обязательно пишите в комментариях, и мы сделаем это в следующем видео, если вы захотите. А пока что мы попробуем доплыть до конца на этой замечательной Кисси-Мисси от Ланы. Что это у меня тут? Почему третий глаз какой-то необычный? Ветрян, подпрыгни немножко. А, поняла. Спасибо. Че, погнали? Погнали. О, боже, бедная Кисси-Мисси. А ты сохранила? Я не думаю, что нужно эту версию сохранить. О, ресница отвалилась. Ресница! Видимо, накладная была. Ну, возможно. У нее все накладное, судя по тому, как она выглядит. Давайте попробуем полететь. Давайте. Так, у нас получится. Так. Должно. А ну-ка, ладно. Пока летим.
И даже не запутывается. Вау. Она классно, просто ровно летит, смотрите. А в смысле, это а ты самолет. Нажимаешь на вперед? О, да, я нажимаю вперед. Слушайте, это прям... Офигеть. Вот видите, офигеть. А вы что говорили в самом начале? А вот она оказалась какая? Замечательная, превосходная, очень даже... Чудесная. Очень аэродинамическая. Не, ну вообще, ну смотри, да мы вообще без всяких проблем, мне кажется, мы прям планируем, я хочу сказать. Да, надо спуститься, а то мы не заработаем. Да, мы ничего не заработаем. О, ой, очень вовремя, очень опасно, вовремя, чудесно. Опасно. Полетели. Ладно, ладно, уши! Ладно, берегите ладно. Уши! О, ага, ага, все, нам капец. Ай-яй-яй-яй, мы долетим, это Кисимиси всех переведет так тихо. Вот у меня тоже такое было. И потом я решила: надо сесть. Мы ударились в стену. Да. Да, я почувствовал. И летим не в ту сторону, Лана. Я не могу вырулить, мы застряли. Все, давайте так полетим. Лучше долететь. Ну, да, потому что я в прошлый раз решила выключить шарики, и потом я умерла. Поэтому нужно спокойненько. Спокойненько. Сейчас они успокоятся, я надеюсь. Нет, конечно. Я надеюсь. Пожалуйста, шарики. Давайте попробуем, может, спикировать куда-то. Ну... Только не здесь, здесь карта плохая. Да, а где кажется, хорошая? Наоборот, нигде спокойная. Хорошей-то нет. А там хорошая в самом конце. Давайте ждать конца. Ой, карты. Вот это вот ужасное, да, я согласна. Вот тут они боже, могут забрать наши блоки. Они забрали ресницы и еще что-то, кажется. Нормально, вот тут можно, это, мне кажется, нормально. Нормально. Вот можно, да? Или... А, нет, подожди, тут нельзя, нет, там тут будет, часть. Да, ужасный. Слушайте, мы так долетим до конца, мне кажется. Да, ну, да. Но мы есть. Не получим за прохождение ворот ничего. Но да, зато ничего страшного, зато мы, да, мы пройдем, ну, нормально. Ладно. Ну, хочешь, упади в конце не этого, хочу. Например. Не хочу. А прикиньте, мы упадем на голову. Такое, кстати, а тоже мы двигаться может случиться, будем сегодня? Конечно. Ага, спасибо. Ёши, какая вредина, вы посмотрите. Ребят, сейчас будет сложно. А как пикировать? А просто падай, просто жмакай на F. Так, пожалуйста, только не... Что? Я прыгну, пожалуйста. Выходите. А, можно выйти, да? Да, спасибо. Я победил. Ничего не знаю. Себе. Слушайте, очень классно. Я там припарковалась. Да, припарковались, конечно, интересно. Слушайте, ну мне до сих пор плохо с первой версии Кисимиси. Ой, надеюсь, она не обидится за то, как что я с ней сделала, в общем. Ну, не знаю, мне на самом деле понравились все кораблики, поэтому мне прям доставило удовольствие, тем более мы выиграли на этой необычной Кисимиси. Да, между прочим, как бы, да? Это огромное достижение, как бы, поэтому вот так вот, я считаю, можно заканчивать, пока меня не захлопнуло этим сундуком. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте жмать на колокольчик, и всем пока. 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 Пока.